Дегустация, как это? Мукбанг, да? Да, мукбанг. Сейчас будем пробовать вот такие эти китайские, как их, снеки, да, или как да. Это называется, такая штука. Точно. Да, это китайские. QR-коды есть какие-то, ну, мы не знаем, как. Выберите путевку в Китай! Да. Так. Сказали острые. Дай понюхать. На. Да, эту. Да какая разница? Тут пахнет так же, как мы брали. Как вот тут, да? Да. Предыдущий. Только неприятнее почему-то. Какое-то мясо. Какое-то мясо. Фу! Это точно мясо, а не какашки там? Какое-то мясо. Будешь? Конечно. Самое главное, что буду. Руки потом помыть надо. Интересно. А? Видать, да? Видно? Ну и как? Чуть-чуть. Ой! Остенько! Остенько. Я вообще не чувствую. Молодец. Для меня остенько. О! Невероятно. Ну как остро? Да не остро. Для меня острое. Ну как перец халапеньо. Для меня халапеньо даже острое. Мне не такое остро. Мне понравилось, вкусно. Давай, налью. Ну вкусное. Вкусное? Ну сейчас ты еще будешь есть, смотри. Конечно. Вкусно. Не, вкусно. Кстати, быстро проходит. Да. Все-таки остро? Не, ну как, она там... Она перченая. Надо будет... Посмотреть, что это такое. Мясо сонное. Ну, вроде сонное. Ну, понятно, что соевое, не настоящее. Ну, сейчас уже нюхаешь. Не так противно. Привыкаешь? Да. Ну, мне понравилось. Шашлык-то. Да, соевый шашлык. Так. Это убираем. Плюсик, да? Звоню. Ага, отвечу потом. Перезвоню. Так. Пробуем вот такую. Не, ну, я скажу, что ничего. Кстати, я вторую ем вообще не устрою. Ну да. Кстати, не пахстрею. Лизер почему-то. Тоже самый запах. Ну да. Ну их... Ну не приплющенные. Да, сильнее расплющенные. Видать? Уже угольно. Вкус другой. Мясо. Да, вкус другой. Нож. Это вкуснее. Вот эти, да, вкуснее. Ну, съедим. Сиреневый вкуснее, да. Ну. Вкус мяса. Интересно, что это такое вообще? Да. Ну, вот эти сейчас, вот сейчас только острее, ну, острый начинает. Ой, ну. Ой, с колой невкусно. Не вкусно с колой? Ну, да, вот эти сиреневые вкуснее. Маме будем в школе оставлять или все съедим? Ну, такое невкуснее, в школе не больше, не второй раз слышишь. Ну, вот эти, как бы сказать, острота дольше держится. Да. Вот
Прям невкусно. Острее. Надо воду попить. Молока попей. Кока-кола ей запить надо. Черноголовкой. Пока что самое вкусное. Не побей. Пока что самое вкусное. Вот, вот тут эти вторые прям поострее. Такое ощущение, что... Нет, они... Не особого, к сожалению, невкусные. Они... Невкусные. Да. И такое ощущение, что я сейчас перец халапеньо съел. О, зеленый. Молока попей. Ну, прям они поострее, но они невкусные. Невкусные. Вот эти вот красные, вторые. Да. Кола невкусная вообще. Нет, а ничего? Я что-то китайское с русским не совместила. Ага, ой. Сейчас мне сколько маме с Колей надо оставить? На себе два. По одному давай им оставим. Им хватит. Мы средненькую решили съесть вот такую. Короче, если бы вот этот вкус... Тут кончёвки есть. Если бы вот этот вкус добавить сюда, на красненького, было бы вкусно. Ну, ну идеально, ничего нет. Сейчас оно масляное. Да? Прям вот масло внутри. Ну, конечно. Для меня есть масло. Острота сейчас только начинается. Что-то я уже все. Так. Мы съели. Как-то неприятно. Ну и на закуску том-ям были. Ну какой после вкуса. То ли я после китайца, то я ничего не чувствую, то ли мне он вообще чуть-чуть не пахнет. Но зато они такие вот на ладошке помещаются. Что? Огурчики слезные. Нет, лайм сейчас. А? Меня плоду вкус переблет, а вообще ничего. Да, непонятно. Да. Вот у меня сейчас вообще непонятно, что... Лайм чувствуется вот. Да, непонятно, что во рту сейчас у меня. Сладко, остро. Дай мне тоже молока. Это вообще непонятно ничего. Ой. Молоко чабан, да. Чипсы лейс, кола черноголовка, эти как снеки китайские. Что это обозначает? Ну, реклама. Сейчас наговорят там. Реклама. Знаешь, бывает как это. О, это вы рекламируете все подряд. Конечно. Но мы не стали такой, как я тоже про говорить. Кого? Не стали про розовое так говорить тогда. Розовое не вкусно? Ну, типа, знаешь, в рекламе всегда продукт прям переоценивают даже мало. А, вообще нет. О, так, сейчас попробуем еще раз. Готов? На тот тут прям по-богатому. Такое целое вкус. Вот если бы была реклама, тут внизу было бы написано ООО, точка продукт. Ага, нет. Напиши, не является рекламой. Угу. Один лайм. Вот лайма. Я лайма вообще не чувствую. Ну, да. Ну это, не противный, да? Такие большие. Главное большие, да? На большому куску рот радуется.
Большому куску рот радуется. Вкусно, да? Да. Ну, уже давай, мои. И все. У меня сейчас где-то вдалеке. И все, больше я не пойму, что за вкус. Все. Всем пока. Не пока. Лайки, комментарии, подписки. Отписки. Все, что можно. Все. Теперь пока.